Итак, на завтрак у меня сегодня овсяный блин, картофельный хлеб, морковный пирог и чай. Всем доброго утречка. Сегодня шестой уже день. Живу неделю на 500. Овсяный блин готовил следующим образом. Разбил яйца, намешал туда овсянки и 10 минут настоялось, 15 на сковороду на маленьком огне. Начиночки у меня к овсяному блину нет никакой. Ем его просто так. Чуть перца и соли. На вкус напоминает яичницу с овсянкой. Хорошо, что яиц много. 10 штук яиц на 7 дней вполне предостаточно. Все это, конечно, замечательно, только суховато. Начинки не хватает для овсяного блина. Читал ваши комментарии насчет пирожков, не получившихся у меня. Кипяток в дрожжевое тесто лить нельзя. Я понял. На обед у меня получается пирожок с картошкой, больше и вода. Больше ничего нет. Зашел сейчас в Магнит и решил купить фруктов. 5,99 самый маленький мандаринчик стоит. Проверю сейчас лайфхак. Если покупать за наличку, то в Магните, скорее всего, тоже будет округляться. 2,30 лук репчатый стоит один. Конфетка 3,96. Если чек округлится до копеек, то как раз у меня 10 рублей получится. Где моя котлета? А, вот. Проверил, лайфхак работает. Лайфхак я проверил, работает. Купил тремя разными чеками за наличку. Потратил последние 10 рублей. Копейки округляются. Получается, я заплатил не 5,99, а 5 рублей. Ну и, соответственно, не 3, сколько у меня, 3,37 и 2,90. Конфету купил, лук и мандаринку. Мандаринку съем сейчас. Вот даже чек, смотрите, скидка есть. На всякий случай показываю. На каждый чек еще распечатался вот такой вот купончик. У нас в семейных магнитах постоянно какие-то акции. Скидка 10% на следующую покупку от 1500. Только в семейных магнитах города Волгограда. Ем мандаринку и еду домой готовить ужин. Я думал вначале яблоко купить, но яблоко на этой неделе я уже ел. Не одними же яблоками питаться. Ах, красота! Повесил эту штуковину. Воняет жутко. Я к машине подхожу, у меня вот чувствуется вот этот аромат. Пусть в багажнике воняет. Вот что нужно. А, корочки от мандарина. Вот это натуральный ароматизатор. Сюда кладем. Так, смотрите. Смотрите, какая красотища. У нас рядом с домом целых 3 дерева рябины растет. Вот раз, два, три. Сейчас марта, она еще вот свеженькая висит. Вот рябины сорвал. Вот так она выглядит. Сушеная, конечно, уже. Перезимовала. Но все лучше, чем чай, который вообще не чай. Но вот шиповник я нигде не нашел. Весь шиповник уже поели. Боярышника есть дерево. Боярышник заваливать смысла нет. Его так полузгать можно вместо семечек. Сейчас времени собирать его. На обед у меня, на поздний обед у меня получается последняя порция супа с лапшой. Конфета с чаем, сейчас чай вот с рябиночкой завалю. И картофельный хлеб, несколько кусочков. Обед у меня получается в 7 часов. Я вообще ем мало, так что, ну, в 7 так в 7. Всем вам спасибо, кстати, за ваши комментарии. Очень интересно их почитать. И за ваши рецепты тоже огромное спасибо. И подсказки. Особенно потому, как кипяток нельзя лить в тесто дрожжевое. Ну, кто же знал, я первый раз готовил дрожжевое тесто. Вот вы скажете, Сережа шикует, купил целую конфету, а мог купить там, например, картошку. Конфеты, ребят, тоже очень полезный продукт. Тут и арахис есть, и нуга, и карамелька, и шоколад. Lucky Days называется, короче, это копия Сникерс. 3 рубля всего стоит. 3,96, если правильно. Но в Магните за 3. Нормально, скидка 25%. На ужин я решил отварить макарошков, лапшичка домашняя. Сбросил лапшичку в друшлаг. Пусть пока чуть-чуть постоит. Здесь у меня половина филе, которая осталась от курицы. Я отбил молоточком. Здесь я смешал муку с солью и обвалял все кусочки в этой смеси. Теперь отправляем их на сковородку. Сковородка уже с маслом разогрелась. Филе я пожарил с двух сторон и убираю со сковороды. Здесь получился такой хороший бульончик от курочки. Сюда я закидываю лук. Порезал перьями, здесь половинка лука. Щепотку сахара сюда. Острого перца сюда красного.
лучок обжарился, теперь я сюда скидываю лапшу. Курочка с домашней лапшой. Мой ужин готов, приятного аппетита. И здесь чай настоялся вместе с рябинкой. Эх, жалко, к чаю ничего нет, все съедено. На ночь глядя уже не хочется ничего готовить. Можно было бы еще печеньки сообразить овсяные. Завтра, если будет время. Чуть побольше лука сюда можно. И соевого соуса попробовать еще. Отлично выглядит. Все так аппетитненько. Ладненько, ребят, увидимся завтра, то есть сейчас, через секунду, а я завтра присоединюсь к вам. Вот, у чая вкус появился. Доброго утра всем. Последний день, 7-й моего эксперимента, 500 рублей на неделю. Хотел сделать блинцов, но блинцы это долго, поэтому картошка с яйцом. Где тут? О, гость, что-то проросло. Смотрите, как морковка проросла в пакете. Свежая зелень, но она не зеленая. Получилось как свежая зелень, только она не зеленая, она такая чуть желтоватая. Я вот, кстати, морковки кусок посадил, это верхушка того, что я срезал. У меня одна морковка была, вот она вот. Зелень здесь зелененькая. Вот зеленушечка подрастает. Это не зеленая, такая желтенькая. Вот у меня оставалась зеленая картоха. И маленькая картошка еще. Сейчас я их быстренько свалю в микроволновке. Хотел картошку отварить в микроволновке. Потом засунуть ее на сковородку и с яишенкой сделать. А вспомнил, у меня же гриль есть. Я на этой неделе еще гриль ни разу не использовал. Разогрел гриль. Да, в пакетик картошки накидал, чуть маслица и посолил. Сейчас еще поставил чайник заварить чая на завтрак. Одну среднюю булочку порезал и тоже на гриль отправлю, и яйцо одно. Получится очень вкусно. Сегодня последний день, у меня продуктов остается еще очень много. Ну, яйца я, конечно же, доем. Еще половина филе в холодильнике лежит. Есть одна луковица, масло, полбанки, гречки полпачки, сахара очень много, овсяных хлопьев, муки, конечно же, еще с килограммчик осталось. Так, хлебушек сюда тоже выложу, чтобы подрумянился чуть-чуть. Хлебушек уже поджарился, картошка еще не готова. Решил попробовать сделать яичницу на гриле. Немножко маслица и яйцо сюда разбил. Мне кажется, ничего не получится. Не знаю, готовил ли хоть кто-нибудь хоть раз яичницу на гриле. Картошка приготовилась. Но яичница, конечно, тоже приготовилась, но снимать ее с гриля достаточно сложно. Итого получается вот такой завтрак у меня. Картошечка на гриле, яичница на гриле и булочка. Я уже один кусочек съел, тоже на гриле. И чай сладкий. И перчиком это все сейчас. Отличная печеная картошечка получается. И совсем не масляная. На гриле совсем масла мало надо. У меня еще целая куча продуктов осталось, поэтому сегодня последний день, нужно как-нибудь шикануть. Прям шикануть-то не получится все равно, но готовлю из того, что осталось. Целую половинку куриного филе на маленькую кастрюльку положил. Сейчас сделаю супчик, у меня лапша еще есть. Лапшички у меня осталось вот столько, будет лапшовый суп. Куриный лапшовый суп. Я что в прошлую министерскую диету, что сейчас это эксперимент. Я делаю порции такие немаленькие. Я ем на самом деле, немного, но я ем так существенно. Так, тарелочки хорошие у меня. Можно было бы делать такие малюсенькие порции, тогда продукты были бы тоже другие. Что сейчас еще сделаем? У меня еще остались овсяные хлопья, сахар, мука, печенье будем делать. Для приготовления печенья мне, конечно же, потребуется мужской блендер. Я все ждал, когда мне доставят мой новый блендер, но не успевают. Его только сегодня вечером привезут. А печеньки хочется уже сейчас сделать, вечером времени не будет. Ингредиенты у нас следующие. Сюда яйцо. Сахара добавляем 50 грамм. Масло сюда 50 миллилитров. А лучше, конечно, если у вас сливочное масло, у меня его нет. Сюда же добавляем примерно стаканчик хлопьев, муки нужно примерно пару столовых ложек муки.
О, хорошо, что я просеял, смотрите. От бананов какая-то штуковина. Получаются вот такие вот замечательные печеньки. Осталось только их отправить в духовку. И к вечеру, наверное, или же даже, может быть, уже сейчас я пополнищу ими. Духовка разогрелась, таймер я ставлю на 20 минут примерно, 200 градусов печеньки. Вначале настоялись около 15 минут, там же овсяные хлопья, они должны пропитаться, набухнуть. Теперь отправляем в печь. Бульончик практически готов, я оставлю еще поводиться чуть-чуть, потому что минут 20 только кипит. Сюда сейчас кидаю морковку с луком. Не обжариваю. Такой быстрый рецепт. И всю лапшичку. И, конечно же, посолить. Добавлю чуть-чуть универсальные приправы. Здесь тот же самый лук и морковка сушеные. Сейчас супчик будет готов. Я сразу приготовлю ужин. Поставлю готовиться, вернее. Нарезал лук полукольцами и морковку мелко. В горшочек сложил. Сюда же чуть гречки. Теперь туда сушеного чесночка чуть-чуть. Курочка нежная, мягкая получилась. Курочку сюда же в горшок. Чуть растительного масла и заливаю кипятком так, чтобы курочку накрыло. Осталось только поставить горшочек в духовку. Вот сюда, на самый низ. Все. Итак, на обед у меня сегодня лапшичный суп, как я уже показал, чай, две булочки маленькие и сейчас печеньки еще подоспеют. Лапшичка, смотрите, какая шикарная. Ну что ж, эксперимент наш заканчивается. 7 дней пролетели очень быстро. Очень быстро. Так быстро, что я даже не успел опомниться. Только начался и уже заканчивается. 7 дней – это очень мало. И я, наверное, самое главное скажу, что на 500 рублей протянуть до зарплаты можно. Единственное, что фруктов нет, масла, молока, сыра и прочих продуктов. И я не разнообразное меню готовил, потому что у меня гречка, мука, сахар и овсянка были. Практически больше ничего не было. На ужин я себе уже все сделал. Осталось только сейчас там в духовке настоится гречка. Курицу варить не надо, там только гречка должна настояться. Это даже в остывшей духовке можно сделать. Так, голосовалочка, что будем дальше снимать, будет вот здесь сбоку, скорее всего. Фастфуд – это гуд. Живем неделю на одном фастфуде. Вариант второй – делаем завтрак с Серегой, потому что эта идея мне самому нравится. Я просто готовлю и показываю в течение дня, что я ем, а вы это смотрите по утрам. Отказаться от мяса я уже пробовал, у меня не получилось. Плейлист вот здесь в описании будет. Повышаем планку, понижаем, вернее, месяц на 1000 рублей. Можно ли это прожить вообще? Можно ли прожить целый месяц на 999 рублей? Или же это невозможно? Я даже не заметил, как мой обед закончился. Я, кстати, всегда ем то, что готовлю. Даже хлеб забыл съесть, настолько вкусная лапша была. С чаем съем. Ладно, до вечера. Овсяные печеньки чуть остыли, поэтому рецепту они получаются такие рыхлые, хорошие, мягкие. А корочка хрустящая сверху и снизу. Очень вкусные. Вот моя зеленушечка подрастает. Если бы не конец эксперимента, я бы потом в салат покрошил. Не знаю, можно ее есть или нет. У нас тоже, у нас весна, тепло, первые теплые деньки. Вот люди выбирают, где зеленушечку посадить, перекапывают все. Они тут ходили уже полчаса, и здесь под лавкой покопали, у столбика покопали, вот там около того столбика. В общем, все садоводы, все дачники вышли на улицу. Это замечательно. Итого, на ужин у меня сегодня гречневая каша в горшочке. Горшочек вари, получается он развалился. Не просто так эту сказку придумали, в общем. Вот такая вот красивая, симпатичная печенюха овсяная. Каша получилась вкусная, печеньку я еще пробовал днем, тоже вкусная. Вода всегда вкусная. В общем, эксперимент закончился, 500 рублей на неделю в принципе хватило, чтобы сделать более-менее разнообразное меню. У меня был полный набор продуктов. Гречка, мука, овсяные хлопья Геркулес. Масло растительное, сахар, картошка. В остатках у меня пол пачки сахара, пол пачки гречки, пол литра масла и примерно еще килограмм муки.
Еще неделю можно жить. В общем, наш очередной эксперимент закончился. Завтра пойду в обычный магазин, фикс прайс, закуплюсь нормальными продуктами и буду целый день на них готовить. Или в светофор пойду. Реально, горшочек вари, я его съесть не могу уже. Полчаса им. Бездонный горшочек. Ладно, ребят, на этом все. Вам хорошего настроения. Всего наилучшего. Пишите комментарии, побольше улыбайтесь. Пейте воду. Бездонных горшочков вам счастья и всего наилучшего. Увидимся. Пока.